дадим мальчику мороженое. Нет, я ни за что не стану его есть. Будешь как миленький. Все дети любят мороженое. Нет, вы не заставите меня это сделать. Ну хорошо, можешь не кушать его. Просто подержи в руках. А, ну тогда ладно. Так странно. Я знаю, что кушать это мороженое мне нельзя. Но так хочется это сделать. Нет, нельзя поддаваться слабостям. Я сильнее этого. Я смогу. Я не стану его есть. Вот только лизну разок. Ведь ничего плохого не случится, если лизнуть. Ничего не случится плохого, если и второй раз лизнуть. Раз уж за два раза ничего не произошло, то и за три ничего не будет. Какое же оно вкусное! Просто райское наслаждение! И так кушать охота! Эх, где наша не пропадала? Ну вот и славно! Я же говорил, что ты его съешь! Какой ребенок в здравом уме откажется от мороженого? Что-то я не вижу никакого эффекта. Нужно подождать. Процесс обмена веществ в организме не работает так быстро. Это же не волшебное мороженое. Это химия, чувак. Это превосходно. Он стал таким пухленьким. Просто объедение. Сейчас я его... Погоди, сначала я с ним поговорю. Посмотри на себя. Ты, наверное, страдаешь от этого, да? Небось, плакать сейчас будешь. Ой-ой-ой, какой я толстый. Как мне теперь с этим жить? Ну, чего молчишь? Расскажи, как тебе плохо, чтобы я порадовался твоему горю. И вовсе мне неплохо. Я давно хотел поправиться, но на бабушкиных харчах это как-то не получалось. Вполне солидно теперь выгляжу. Ах так! Пеннивайз, он твой. Сначала мне нужно вызвать в нем страх. Ты знаешь, что я сейчас с тобой сделаю? Знаю. А вы сейчас дадите мне еще мороженое. Нет, ты и так уже достаточно упитан. Теперь настало время тебя съесть. Но я хочу еще мороженого. Дайте мне еще. Не отвлекайся. Ты должен бояться меня. Смотри мне в глаза. Ну же, бойся. Дайте мне мороженого. Он совсем не боится меня. А я не могу съесть того, кто не испытывает страх. Ты только посмотри на него. Ну пожалуйста, ну дайте мне хотя бы одну. Нет, две или даже три порции мороженого. Он только и думает о мороженом. Запрем его пока. Пусть посидит и подумает. Он быстро поймет, что мы с ним не шутки шутим. Когда до него дойдет наконец-то, его охватит ужас и страх. Тогда я с ним разделаюсь. Нужно от него избавиться до прихода зрителей. А пока будем готовиться к представлению. Теперь я понял, что Пеннивайз хочет сделать с детьми. Все намного ужаснее, чем я себе представлял. Ставьте лайк за продолжение, если хотите узнать, что будет дальше. Давайте наберем 10 тысяч лайков. Ну и конечно же подпишитесь на канал. И не забудьте поделиться роликом с друзьями в соцсетях. Всем пока!